Я приветствую вас, вы на канале Angel Planet, и мы продолжаем наш курс Таро безумной девиантной луны. Мы переходим к пентаклям, это завершающее видео про этот мир безумной луны. Последнее в этом цикле. Небольшое интро, как всегда, пока я рассказываю. Кто ни разу не был подписан, не смотрел меня, ставьте лайк, подписывайтесь. И колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Итак, кто же такие пентакли в королевстве безумной луны? Это столица всего этого королевства пентаклей. Это столица, с ними вынуждены все считаться. Они здесь изображают материальный мир. Их одежда черная. У них технологические прогрессы происходят. Все остальные страны, что лесные, что мечи, вынуждены с ними считаться, какие бы они ни были зацикленные на материальном, на деньгах. Но они управляют деньгами, они управляют казной, они распределяют ресурсы, и они в некотором роде здесь главенствуют. Это такое отражение главенствования материального мира в современном мире. Над духовным, над медитацией, да, там, над мыслями, над чувствами. Вот они такие сильные, да, вот мы. И тем не менее, Патрик Валенса оставил нам в картах намек на то, что все материальное бывает бренным. На картах есть много символики. Есть черепа, которые говорят о том, что все материальное, оно умирает. В то же время есть фабрики, заводы, и поэтому их одежда такая черная, чтобы не видно было копоти. Здесь пентакли характеризуют век технического прогресса. В принципе, то, что сейчас у нас происходит, главенствует именно технический прогресс, и все в деньгах, и все через деньги. Фабрики, мануфактуры, черный цвет, он еще такой, да, тяжелый, материальный. Все материальное, материя — это земля. И поэтому они такие у нас, ну, здесь, по крайней мере, немножечко тяжелые. Хотя вот в остальных колодах Таро пентакли, может быть, и материальные, но не такие тяжелые, они наоборот легкие, наоборот, ура, денежки. А здесь Патрик Валенса хочет нам показать, видимо, что материя — это земля, земля все рождает, и что все такое темное, черное, тяжелое, потому что люди здесь забывают о духовности. И что у нас происходит в семье? У нас есть король, отец, который управляет государством. Здесь идет не только распределение ресурсов, но идет и распределение по иерархии. Мать занимается семьей королевы пентаклей и другими или государственными, или семейными делами. Все в своей иерархии заняты правильными вещами, делами, и только и делают в основном, что работают или думают о материальном, как минимум. На картах отображено много механизмов, не только век технического прогресса, но эта механизированность говорит нам о том, что здесь может быть мало чувств, механизмы всегда развиваются, старые выбрасываются, помойка увеличивается, загрязняется атмосфера, и появляются новые вещи, более высокотехнологичные. Но вот, по крайней мере, мне так откликается эта колода. Может быть, Патрик Валенса и имел это в виду, и зашил именно такой смысл. Начнем, король пентаклей. Давайте посмотрим, что же мы видим на карте, кто это такой. Здесь такой человек стоит. Я бы сказала, даже он какой-то грузный, да, такой толстенький, плотненький. Он крепко стоит на ногах, да, такие широко расставленные ноги. Вот на голове у него очень интересный образ, очень много мыслей. Тут тонометр измеряет давление и выпускает пар, да, лишний, чтобы голова не лопнула от мыслей, от идей, от руководства, от управления. Он такой менеджер этой фабрики, голова его сама менеджер своей собственной фабрики. Карта здоровья может указывать о давлении, да, что-то давит, тонометр, особенно это голова, сосуды, это же на голове отражается, да, человек в голове чувствует помутнение. Давайте посмотрим, что еще есть на карте, что может нам давать подсказки. У человека здесь много знаков, значков полнолуния, не полнолуния, а месяц там на поясе, да, это вот такие знаки благословения Луны. Все-таки он не забывает, в материальном он так не забывает все-таки благословение у Луны просить, чтобы она денег давала.
мизинчик вот его поднятый, что он держит пентакль, это вот знак уважения к жене, что все-таки она его тыл, и все, что благодаря нее сделано, вот эти вот все деньги, он таким образом выражает. Мы видим, что он весь такой вроде как в доспехах, в латах, чтобы, так сказать, завистники его не достали. Такая, да, предосторожность, предостережение чувствуется в его облике, да, я вот никому не доверяю, только своей семье доверяю и буду доверять. Такие люди часто строят семейный бизнес, и вот он таким образом показывает, что так, вот, пожалуйста, завистники, вы меня не тронете. Да хоть там, ну, может нанимать охранные всякие агентства, или даже охранников такой человек, водителей, чтобы вот быть уверенным, чтобы его конкуренты не захватили, не достали. Такое, да, он понимает, что он строит, может быть, свой бизнес на дешевой рабочей силе. Здесь символ девиации есть, король стоит на могильной плите. Там, кстати говоря, вот та самая рабочая сила, которую он, может быть, использует на износ и похоронены, да, люди рождаются, люди умирают, люди со слабым здоровьем, с каким-то слабым, может быть, образованием, не смогли выбиться ни менеджеры, ни управлять своей фабрикой, ни свою фабрику создавать. И тут король Пентакли, он вообще-то очень силен. Вот смотрите, да, он как бык такой мощный, крепко стоит на ногах. И он думает, что раз у него такое здоровье, он и всех остальных может заставлять работать на износ. И в случае девиации, в случае дешевой рабочей силы, да, может прямо заставлять людей выжимать из себя все соки за деньги. Что хорошего тут, так это то, что человек, если этот упадет, то он встанет и заново начнет и будет также успешен. Если вот вы, например, смотрите в раскладе на работу выходит на вас, то у вас все хорошо будет. Вы будете, да, королем Пентакли. Если выходит на начальника, то будьте уверены, в завтрашнем дне вы не пропадете. Если вы смотрите на девиацию, что не так, то тут можете смело сказать, что ну тут и будет меркантильность, да, будут вас, возможно, заставлять работать на износ, если это не вы, да, если вы будете искать, так, а в чем проблема, в чем причина, когда вы задаете вопрос, что не так с работой, да, деньги платят, но вот не то. Еще в девиации иногда отражается, как то, что здесь такая, да, механизация, технические прогрессы всякие, что здесь иерархия настроена, а творчеству места нет. Может быть, немножечко душно таким людям, вот в творческим кубкам, да, например. Кверент выходит в кубках, а рядом вот Пентакли. Может быть, душно, потому что нету творчества или нету заботы. Потому что человек тут такой, король Пентакли, он заботится о людях через материальное. Он не будет слезинки утирать, он такой, так, все, пахать, работать. Он не будет эмоционировать, не будет цепляться, у него не будет этих зацепок. Он даже никогда не подумает, что такое бывает. В основном у людей вот с таким характером, они не понимают, там, из-за чего женщина плачет, что такое вообще бывает. А даже если бывает, они такие, ну ладно, это бабское. То есть у них нету в мозгах, это нету это в проживании, нету это в эмоциях. И может показаться, что он какой-то вот в этом плане жесткий и бездушный. Но он думает, что он заботится, что он там, например, если на семью смотреть, мужчина выходит, король Пентакли, что он, ну там, платье купит, за школу заплатит, за кружки там детям всем заплатит. Там, куда надо, когда надо, отвезет. Он считает, что вот это вот главнее, чем всякие нежности, всякие ласковости. Что вот в этом каком-то, да, жестком черном материальном мире защита его через деньги будет приоритетней. Поэтому он должен больше зарабатывать, чтобы больше обеспечить себя, свою семью. Может быть, действительно, да, там семейный бизнес, потом туда детей включает, потому что понимает, что там вот в современном мире с работой вот так, надо работу найти, хорошо выучить. Хоть для других, да, компаний ребенок сам, например, для себя может зарабатывать, хоть для себя, для своей компании должно быть хорошее образование. Ну, с одной стороны, очень материалистично, но с другой стороны, современные реалии жизни порой к этому и готовят, да, что никаких нежностей, никаких эмоций, что надо ими управлять, что надо работать. Может быть, это в каких-то моментах и правильно. Не всегда король Пентакли отображает полностью вот такой характер. Все-таки у нас есть смешанные стратегии. Надо смотреть, что рядом. Может быть, все-таки у человека будет проявление нежности. Также на карте мы видим вот свитер, да, который там под латами, который нежно связала для него его королева, чтобы он не замерз. Это намек на то, что человек любит не только патриархальный контроль, но и вот этот вот патриархальный домашний уют.
он может быть в этом плане немножечко консерватором, да, не трогайте меня, я пойду, уютненько дома посижу. Из отдыхов, да, вот после работы, этот человек так устает, что из отдыха он предпочтет, пожалуй, отдых дома, потому что он везде набегался. В плане отношений, что дает такой человек, так как мы говорили о малой эмоциональности, на отношения человек даст вам защиту, опору, поддержку материальную, но не эмоциональную. Но отношения крепкие обычно по такому аркану, король и королева пентакли, если они смотрят друг на друга, то они дают крепкий союз. В плане секса, может быть, тут не будет, да, никаких как раз нежностей. Тут будет все жестко, четко и по делу. Так, надо ребенка, будет секс. Не надо, да, вот для чего он нужен. Ну, или там просто расслабиться, выпустить пар. Опять же, тут нам на это трубы намекают на его голове, что ему, ну вот, пар как-то надо спускать. Да и в плане работы, в принципе, в целом, я уже говорила о том, что работа по этой карте хорошая. Найдет ли, когда клиент спрашивает, найду ли я работу, найдет ли? Найдет. Какую найдет? Денежную, финансовую, стабильную, может быть, мощную, может быть, связанную с производством или с заводом, может быть, малотворческую. Найдет. В чем проблемы могут быть, в чем причины? Девиацию, если выйдет эта карта на девиацию. Ну, знаете, да, что тут уже излишняя меркантильность. Может быть, кстати говоря, иногда показывает меркантильность в отношениях. И иногда у меня проигрывалось, как мужчина, может быть, денег зажимает женщине. В девиации, когда я спрашиваю, в чем проблема, и король пентаклей, прям как из анекдота, деньги взяла, взяла, смотри, не трать. Потому что вот он настолько любит деньги, больше, чем свою женщину. То есть человека занесло, да, перевесило его состояние любви к деньгам, нежели любви к семье. Вот в девиации иногда так проигрывается, что мужчина может прояснять, так, а где деньги, а куда ты их дела, на что ты их потратила, а тебе это зачем, а это лишнее, а не нужно было это тратить. Это вот если только вы запрашиваете проблемы, или вы все-таки смотрите перевернутые, да, арканы вместе с прямыми раскладываете, тогда да, тогда отдельно король пентаклей может показать на эту девиацию. Но в целом, когда мужчина король пентаклей, без каких-либо проблем, если вы на проблемы не запрашиваете, он щедрый, он обязательно поддержит. Так, королева пентаклей, давайте посмотрим на аркан, чтобы нам оттуда высматривать подсказки для расклада. Мы здесь видим королеву-мать. Она в основном жена уже, да, в основном это замужняя женщина указывает, что у нее дети есть. Если, например, вы смотрите на женщину, у которой нет детей, знаете, у нее много проектов. Или тут идет такая мамочка, у которой много детей или дети, или даже если один или два ребенка, но она все силы вкладывает туда, в детей, это ее проекты, то может быть точно так же и с проектами. Женщина занята здесь детьми, и у нее тоже такой пар из-под шляпы идет. Что она тоже, да, только о материальном думает. Или думает, да, там, как прокормить детей. Если смотрите на одинокую женщину, то женщина... Или ищет себе мужчину, да, такого покровителя, как короля пентаклей, который, да, все даст, все за нее решит, все прокормит. Или она, да, сама такая бизнес-вумен, сама всех прокормит, сама на все заработает. То есть идея фикс на деньгах. Если мужчина, то из-за денег для семьи. Или деньги тоже для семьи, для детей. В любом случае эта женщина не останется без финансов. Бывает, проигрывалось так, что эта женщина, может быть, не работает на высоких постах и должностях, но у нее мужчина, да, за нее все решает и дает ей деньги, и она дома семьей занимается. Или вот если показывают одинокую женщину, если вы смотрите на одинокую женщину, то знаете, что у нее будет такой характер, что она будет искать конкретного богатого мужчину для семьи, для прочных, стабильных, патриархальных, иерархичных отношений. Что она готова вот уйти в семью, быть поддержкой, заниматься детьми. Вот она будет это делать. Что в проектах, что в работе, что в семье. Женщина с таким складом ума. Но, в принципе, тут тоже перекос на материальное. Давайте посмотрим на детей. Тут, конечно, в книге описывается, что красный ребенок самостоятельный, фиолетовый – это тот самый отличник, который будет заложником системы. Мама на нем будет реализовывать что-то, что сама себя не реализовала. Синий ребенок без нее шагу ступить не может. Желтая – это девочка там без ножки. Как символ того, как говорит Патрик Валенса, что женщина имеет меньше прав, чем мужчина. И вот тут вот все мальчики, она одна такая вот девочка, да, как бы вот вынужденная подчиняться и грустит. И какая-то желчность идет. Кстати говоря, по поводу бесправности, если женщина тут будет говорить о каких-то феминистских заскоках, то рядом не будет мужчины, то есть короля пентаклей не будет.
если хотите, иерархичную, да, систему, и видите, что женщина ищет себе мужчину такого, как короля Пентаклей, и она сама вся готова отдаться этим или проектам, и детям, или семье, связать для короля Пентаклей свитер, чтобы он не замерз, но чтобы он там работал и вджобывал, то в качестве девиации можете сказать, что вот так и так, что короля Пентаклей рядом не будет, если будут какие-то феминистские заскоки, потому что это патриархальная иерархия. Король и королева Пентакли, они отражают эту систему. И тут есть еще подсказка для нас, для тарологов, что нужно быть хитрой. Мы должны сказать об этом квиренту, клиенту, что вот смотрите, там такая трубка на голове, как дьявольский рожок такой, что раз все так патриархально, да, ну, надо хитрость какую-то, изворотливость включать, если хотите чего-то добиться, или, ну, от мужчины, или хотите ну, каких-то результатов, может быть, не напрямую. Иногда такая женщина вкладывает, да, в мужчину эти мысли, а он думает, что он сам принял решение. По отношениям карта хорошая, если женщина замужем, то карта говорит о том, что да, может быть, отношения патриархальные, но если рядом не стоит короля Пентакли, или он смотрит в другую сторону, может говорить о том, что есть нотки детско-родительских отношений. Может быть, кто-то в отношениях мама, а муж сынок, особенно если муж не король Пентакли, ну, она может, по крайней мере, свою стратегию зеркалить на остальные арканы и говорить о том, что ага, я с тобой не справляюсь, ты ведешь себя как ребенок. Кто-то идет в стратегии ребенка, то эта женщина будет вести себя как мамочка. Потому что, с одной стороны, она не готова взаимодействовать тоже как ребенок-ребенок. Она все-таки будет тогда воспитывать. Часто показывает на гороскоп девы, на эту женщину, что женщина, да, она такая, с одной стороны, волевая, но мамочка. В девиации иногда может показывать такую материнскую гиперопеку над детьми и над людьми. И шантаж здоровьем. Вы не делаете так, как я хочу. Ах, мне плохо. Ах, сердце. Ах, давление. Не дай бог у такой мамы пропустить звонок. Не дай бог вы не подчинитесь. Потому что будет сделано все без иерархии. Не дай бог дети не подчинятся. Вот в девиации может такое быть. Или мама может в девиации для ребенка свои амбиции, неразрешенные, нерешенные гештальты вкладывать. Она не доделала что-то, да, не стала великой скрипачкой, может в сына вкладывать, чтобы он стал вот этим скрипачом, потому что она уже там училась, систему знает, и может вот просить или даже требовать такое, да, или, по крайней мере, выстраивать судьбу. Пока ребенок маленький, он неосознанно не понимает, там, в школу музыкального ребенка отдает, а дальше уже все, ребенок потом уже в взрослом состоянии очнулся и понимает, что он этого не хотел. Вот бывает так вот проигрывается. Особенно если вы смотрите действительно на детско-родительские отношения, что с мамой, да, что с ребенком. Иногда бывает показывать, что ребенок, если не берет ответственность на себя, он, да, такой, да, инфантильный может так проявляться, то мама так или иначе, она сильнее, она возьмет. Если вы смотрите на тещу, на свекровь, выходит эта карта, то тут может быть соревновательная какая-то позиция в отношениях. Если мамочка лезет и на мамочку что-то вышло, да, из арканов, то у мамы пироги лучше, суп лучше, щеборщи лучше. Ну, такая соревновательная позиция в отношениях может быть по этому аркану. Или с тещей, да, вот так вот, с тещей соревнований. Или со свекровью. В основном со свекровью. В основном, если запрашиваете, что там у свекрови, и выходит эта карта, то вот она на это показывает. Ну и для работы карта хорошая. Если у вас выходит женщина-руководитель, женщина будет всеми процессами управлять, может быть, вмешиваться, может быть, даже на себя что-то брать. У проекта есть большое будущее, у этого проекта много подпроектов, потому что иерархия у нас тут сохраняется. И надо быть все-таки уверенным в своем будущем, если вышел королева Пентакли, на акверента, на клиента, на вас. Знаете, вы справитесь, в любом случае у вас проекты есть. Рожок говорит о том, что надо быть хитрее. Да, может быть, кое-где придется побыть мамочкой, кое-где прибраться, кое-где влезть, да, во все процессы. Проконтролировать их излишним не будет.
Может быть, да, вы излишне много на себя берете, тем не менее, если вот диктует жизнь такие правила, иногда люди так живут. Вообще, женщина статусная. Если на замужнюю женщину вы смотрите, то этой женщине важны статус. Вообще, королю и королеве эти статусы нужны. Они настолько, вот, так сказать, к ним привыкли и прикипели, что они не будут от них отказываться. Мужчине важен статус, королю Пентакли, что вот он привык хорошо выглядеть, хорошо быть одетым, хорошо питаться в ресторане, ну или даже дома, в семье, неважно. Довольно часто статусные мужчины приезжают домой, они настолько много зарабатывают, что или дома повар, или женщина, вот благодаря тому, что он хорошо зарабатывает, или она ему так, скажем так, благодарность свою выражает, она дома готовит, как в ресторане. И он приезжает домой на обед. Иногда и такое бывает, такое проигрывается у меня. И женщине тоже важна статусность, что она... статус замужем. Если женщина одинокая, то для нее важен будет этот статус замужем. Статус, что вот дети такие хорошие, что семья есть. Статус, как дети хорошо учатся, потому что она в основном все в детей укладывает. В девиации иногда, кстати говоря, показывают, что женщина слишком много отдает детям, ну, может быть, забывает о своей внешности. Но это, знаете как, если вы смотрите на одинокую женщину, и у нее тоже вот выходит королева Пентакли на нее, то она все в семью отдала, детям отдала, а себя позабыла или о внешности позабыла. Любит комфорт, да, и поэтому зачем ей куда-то краситься и в какие-то театры ходить, или рестораны, или красиво одеваться, когда она в основном дома с детьми, или на работе со своими проектами. Она такая заработавшаяся, может быть, уставшая, и довольно часто бывает, что женщина выглядит даже старше своих лет по этому аркану в девиации. То есть вы, как таролог, можете предупредить клиента, клиента, что смотрите, у вас тут все хорошо, но будьте внимательны, так как идет перекос на материальную сферу, перекос статусности, перекос все детям, о себе не забывайте. Тоже можете поддержать таким советом, что ну, хватит, да, и вы тут слишком много влезаете в отношения или слишком много на себя на работе берете. Особенно если совпало, что к вам пришла женщина, и вот эта энергия ее, этой женщины, клиента, вытянула, притянула, карта вот выпала сама, вышла, выходит королева Пентакли. Что да, что женщины-девы, они такие, может быть, учительницы, у них как раз все детско-родительские отношения, они родители со всеми. И можете сказать, да, не забывайте про себя, красиво выглядеть иногда, чтобы эту статусность, как бы, знаете, статусность есть, но немножечко разворачивать. Та же самая статусность, но вид сбоку. Можно человека сдвинуть, чтобы он как-то развивался, да, не засиживался в этих финансовых привязках, в этих привязанностях к деньгам и в этом перекосе энергии. Переходим к рыцарю Пентакли. Давайте тоже посмотрим на аркан, о чем он нам говорит. Здесь мы видим человека, который тоже запакован в броню, и вот его колесница – это одновременное средство передвижения, и он, благодаря тому, что объезжает владение, контролирует, он заодно не только едет, но это и средство такого технического анализа, технический прогресс. Или совет такой, да, примените средства технического анализа, автоматизация, карта автоматизации такая, чтобы самому не бегать. Что-то значительно улучшит все процессы, если будет какая-то автоматизация, механизация. Аркан у меня проигрывался, как человек, может быть, в дороге, или поехал за деньгами, или поехал, так сказать, свои владения проверять. Может быть, тоже командировка по работе, потому что он тут тоже едет. Тоже замкнутый тип по поводу чувств. Он вырос в иерархичной семье, да, достойный сын своих родителей. Там было не до эмоций. А так как тут еще средства технического анализа, то в девиации такой человек может даже стать занудой, чрезмерным, дотошным. Эта дотошность, она хорошо в работе. Для бизнеса карта хорошая. Будет говорить для клиента, что вы куда-то или поедете, работу вы найдете, всего добьетесь. Да, может быть, иерархичная структура, там может быть программирование, вот этот вот весь технический анализ, который необходимо применить. Может быть, не будет, да, тоже какого-то творческого момента. Или вы можете работать, да, вот клиенту вы можете говорить о том, что человек может работать. Есть какие-то линейные, выстроенные алгоритмы для решения вопросов. Но, например, человек может буксовать в плане творчества или творческого решения задач. Смотрите, какие рядом есть арканы. Если будут какие-то экстраординарные моменты, да, как вам может показаться, что необычно, что, может быть, он не будет буксовать, да, или будет буксовать он. Будет застой, человек буксует и не может решить вопрос творчески. Может на это указывать. В основном люди такие, да, линейные руководители, среднего звена, они в основном подчиненные, но им можно дать любое задание, они выполнят.
Если идет аркан на клиента, да, на клиента, и вы можете сказать, что да, вот вы справитесь. Если на его работодателя, то знаете, да, что такой человек будет требовать определенных линейных шаблонов. Есть также линейные шаблоны в поведении, в отношениях. То есть человек может быть безэмоциональный, но с другой стороны, ну, тоже такое правильная семья, все как у всех, все стандартно. Единственное, что он в своем линейном исполнении, может быть, не тянет запросы женщины. Если на жену выпадает королева пентаклей, то у нее запросы выше, чем он может. Человек по этому аркану, ну, может так немножечко жадничать. Просто потому, что он не вытягивает, просто потому, что у него нет этих денег. Сам по себе не жаден, но вот так вот может как бы прижимать себе. Если король пентаклей, он такой скрудж-макдак, то рыцарь пентаклей, он бы им готов стать, да не дорос еще. Он бы готов делиться, да у него нету и взять неоткуда, пока он там ездит, пока технический контроль. Для отношений карта может быть хорошая, стабильная. Если вы будете смотреть на чувства партнера, да, женщина в основном спрашивает, какие там чувства, чувства может скрывать. Ну, потому что видим все в броне у человека, но там красный лак на ногтях видим. Что он свою какую-то женственную, незащищенную натуру прячет. Опять же, под своей броней, свои комплексы может прятать какие-то. Парень может быть в качестве запасного аэродрома, запасного друга какого-то, во френд-зоне долго сидеть, долго не проявляться. Может долго ждать. Это вот если мужчина запрашивает, то ему надо давать совет проявляться, раскрываться, броню снимать. Но в основном карты проигрываются как то, что человек проявляется. Колесница какая-то, да, он может быть что-то скрывает, но в основном проигрывается, что все-таки человек будет, да, на пороге так или иначе. Так или иначе, он как бы себя не выставляет на показ, но на пороге периодически появляется. Может быть, напрямую не говорит, что и как, да, но так или иначе пересекаетесь с этим человеком. Да, он может быть там где-то в глубине души застенчив, скромен, да, закрыт, да, он никогда напрямую там о чувствах, о своих помыслах не скажет. Может быть, так не принято было и в его семье, потому что иерархичность идет. На пороге окажется. Но тут тогда совет для тех барышень, которые смотрят на мужчину, да, говорить о том, что проявляйтесь тут сами. Этот человек, он или застесняется, или догадается, что надо сказать напрямую. Потому что много брони, много технического анализа, много закрытости. Ну, часто может показывать, кстати, на человека в сфере компьютеров, технического анализа, базы данных. Такой, да, он может быть молчаливый. Программисты такие. Молчаливые, необщительные. Может даже показаться, что они забитые какие-то. Но он просто не может ничего сказать. Или вот в семье так принято, или было, да, в каком-то таком забитом состоянии. Они могут быть, могут такими казаться, по крайней мере. Поэтому тут совет женщинам всегда, что да, он на пороге появится, но вот напрямую сказать, что нравится, пойдем куда-нибудь ходим, не проявится. То есть такой момент очень интересный. Потому что бывает спрашивают, проявится ли он. Вот появится, но не проявится. Что-то в этом роде. Дальше инициатива за вами, как бы, ну, помогайте ему. Если вам этот человек нравится, интересен, то тогда как бы вот идите ему навстречу в той или иной степени. В девиации рыцарь пентаклей отражается как глупый человек, занудный человек. Человек мало того, что закрытый с какими-то своими комплексами, вот они в девиации усиливают его комплексы, закрытость. Может что-то такое экстраординарное, экстравагантное выкинуть, потому что там, например, все уже по фазе человек пошел, вы спрашиваете, в чем проблема. Проблема в том, что он какие-то свои неосознанные комплексы начинает реализовывать, и его желания, которые были закрыты внутри, запечатаны, они трансформировались, преобразовались в нечто неадекватное, поэтому он хочет что-то такое выкинуть. Или карта будет перевернута, если смотрите перевернутые арканы. Или если вы спрашиваете запрос, в чем проблема в этом человеке, да, там что чувствует, что думает, то думает глупости, да, если вы конкретно ищете проблему, что есть занудство, что мозгокопание какое-то внутри себя из-за своих комплексов проблем, и он, например, может проявиться, но это неадекватное проявление для человека. Выкинет что-то такое, что о нем узнают, да, вы о ней еще узнаете. Неадекватность в поведении такого занудного человека тоже есть, потому что нет-нет, да прорывает. Занудство же, оно уже откуда-то взялось, человек же был нормальным, и когда-то он в какой-то период времени стал таким. Из-за чего? Из-за какой проблемы он стал таким? Или из-за семьи, да, или это действительно проблема была? И все его желания, он в психосоматику в себя закопал, броней закрылся, и вот прорвало.
Вот так иногда проигрывает. Переходим к пажу пентаклей. Смотрим на аркан. Ну вот для меня он всегда отражался таким бездушным роботом. Тут на самом деле механизированный, роботизированный, инженерный, может быть, человек. Такой человек не тратит время на эмоции. Такой человек даже не тратит время на какие-то социальные науки. Вот есть четкие науки, математика, физика, вот. В основном и человека показывает инженерных наук или инженера, или кто-то работает на производстве. Но из-за четкой иерархии, так как у нас пентакли вся иерархия, мы можем тут сказать, что человек в этой системе живет, в этой системе трудится, для работы карта хорошая. Человек все изобретет, да. Тут инженерно-дизайнерская творческая мысль уже есть, так как показывает в основном на молодых людей, на их амбиции в работе. Они могут прийти куда-то и вот использовать творческую жилку. Но иерархия их рано или поздно подавит. Да, на большом заводе они сначала побегают, что-то попридумывают, а потом могут скиснуть. Эмоций у таких людей в основном нет, потому что они... Тут даже маска показана, да, человеческая, что он понимает, что у него эмоций нет, но чтобы симпатизировать, людям нравится, надо эту маску надевать. И он ее таким образом, ну, вот носит, чтобы отклик хоть какой-то иметь, хотя не понимает, зачем эти эмоции. Для работы это может хорошо отражаться, человек не будет париться. Ему четко сказали, что надо сделать, он четко сделает. Для отношений нет. Человек, мужчина, да, например, женщина может не понимать, что надо-то от меня. Скажи, сколько вешать в граммах. Конфеты 3. 3 штуки или 3 килограмма. Не будет написано 3 килограмма, такой человек купит 3 конфеты. Поэтому, если вы спросите про чувства, чувства такие, алгоритмы у него в голове, чувств нету. Механизированные, да, такие чувства. Ну, скажи, что надо, будут чувства, да, будем изображать, как минимум. Иногда, конечно, карта говорит о лицемерии человека, потому что он, ну, или не хочет их проявлять, или он не знает, что это такое, никогда не догадается, и будет казаться, что он лицемерит. Или действительно в раскладе проигрывается лицемерие, что говорит одно, а думает другое. Но тут действительно так и есть. Человек не умеет мыслить чувствами, и думать чувствами, и чувствовать чувствами, и жить ими. Он умеет мыслями, мозгами, механизированными процессами управления его жизни, жизни партнера, партнерши. Поэтому для отношений карта такая может быть двоякая. Если отношения стабильные и стандартные, то чувств уже нету, да? Все четко по полочкам разложено. Но зато есть отношения. Человек ходит на работу, возвращается, все хорошо, стабильно, стандартно. Может улыбаться, но это как лист такая, да, что я рядом с тобой. Что еще надо, да? Любишь ли ты меня? Я тебе скажу, если что-то изменится. Или на золотой свадьбе там, спустя 30 лет. Скажу, что да, любил тебя, люблю. Если в разрыве отношения, и клиенты спрашивают у вас, как, вот, что он там чувствует, что думает, ничего не чувствует. В разрыве отношений, все в разрыве, все, у него жизнь идет дальше своим чередом. Он может и не замечать даже эти чувства, не рефлексировать, по крайней мере, по поводу расставаний. Или, да, там, он лицемерил, и поэтому все, с вами осталась его маска. Но ведь были чувства, клиенты говорят, с вами осталась его маска, вот она показана на аркане, а он где-то там в своих системах. В своих загонах, в своих заскоках. Для работы карта хорошая. В работе человек тут и пашет, и пляшет, и придумывает, и как робот может работать, не уставать, и творческие какие-то моменты применять. В общем-то, для работы хорошая карта, если поверян спрашивает, будет ли работа, будет, найдет ли работу, найдет. Как будет ли продвижение в работе по этой карте? Ну, пока молодо-зелень, да, пока особенно новая работа, то продвижение будет. Или продвижение будет за счет вот этого механизированного системного момента. Или вы там придумаете что-то новое для там, механизации, или новый процесс какой-то. То есть для работы карта хорошая, для отношений вот не очень. Особенно если рядом люди долго живут, кажется, что нет любви. Но для этого человека это не так, он просто зациклен на другом. Может быть, женщина в кубках на любви зациклена, а мужчина вот на работе. Денег по этому аркану не так много, как хотелось бы. Человек нормально зарабатывает, но из-за того, что тут начало, да, такое пожилое творчество, они еще такие молодые, тут амбиций много, хотелось бы больше. В девиации, как проявляется эта карта, если вы спросите, в чем проблема, то вот такой человек злой гений, он что-то такое злое может придумывать. Взломщик вирусных программ, ну, создатель вирусных программ, да, на что-то такое, на темные делишки на какие-то работает, так сам по себе может быть хорошим, но за счет того, что он сдвинулся по фазе, да, вы смотрите, в чем проблема, то он неправильно применяет свои способности, возможности и таланты в сферу девиации. Я не знаю, там
какой-нибудь мед дома варить или какой-нибудь порох дома делать. То есть вот он понимает, как это делать, понимает, как правильно, и может проявляться как человек, который работает на какую-то девиацию, на какую-то преступную деятельность, точно неправильно себя ведет. Да и в плане отношений. Что-то он там такое, может быть, задумал какие-то темные делишки. И если будут рядом карты показывать в отношениях, что есть третий лишний, и плюс паж пентаклей может указывать на какие-то, да, темные делишки с третьими лишними. Потому что мы здесь видим лицемерие, что ему тут не до любви. Он вообще не понимает, а в чем причина измены. Я же душой все равно не изменил, душой я с тобой остался, да. Ничего личного, кроме дел. Вот там в сексе ничего личного. Секс как секс, это ничего личного. Для него это такое безличное состояние. То есть может показывать, да, в девиации, если вы спросите, там, в чем проблема, из-за чего так произошло, из-за каких таких стратегий произошло в его отношении, там, в ее отношениях. Если вас спрашивают клиенты, да, вы можете увидеть эту стратегию и такого, да, в некотором роде мужчину Альфонсо. Он может таким казаться, хотя он просто искренне не понимает, а что тут такого? Типа, ну, секс как секс, ну, я же душой с тобой. Но и об изменах он не скажет. То есть есть тут, да, какие-то темные мыслишки такие, которые говорят о том, что да ладно, это же ничего страшного, подумаешь, я же там жену не бросил. То есть может так проигрываться. Туз пентаклей. Как всегда смотрим, что на аркане. Тут дракон изображен, который держит огромный-огромный пентакль. Огромные-огромные возможности. Но дракон – символ алчности. В девиации может давать эту алчность, эти непомерные амбиции. Но в плане возможностей, да, для тех, кто хочет реализовать свои амбиции, надо рискнуть, чтобы сразиться с драконом или со своим внутренним драконом, да, таким, что ага, раз мы хотим, значит, мы свою силу и энергию направляем в русло достигаторства. С одной стороны, карта хорошая, может говорить о том, что да, деньги будут, повышение будет, работа будет. С другой стороны, если вы разглядите эти возможности, в себе эти возможности разглядите, в себе дракона победите, или, так сказать, не побоитесь рискнуть. Карта говорит о том, что возможности будут, рискуйте, делайте все. Разглядите этот шанс, увидьте эту возможность, действуйте. Карта таких, да, начальных или отношений, или стартапов. Сексуальные отношения по этой карте могут быть. Может быть, даже такие страстные. Если отношения уже есть, может быть, такие меркантильные, да, или основа в отношениях может быть меркантильная, потому что что-то тут уже хочется большего, хочется этого большого пентакля, хочется реализации амбиций. Рекомендуется, да, по этому аркану, чтобы партнер, партнерша, они как-то вместе каким-то, может быть, делом занимались, чтобы они смогли обуздать этого дракона, свои амбиции, и добиться чего-то, как бы трансформировали, преобразовали энергию запросов и начальных отношений, начали ее преобразовывать во что-то более-менее удобоваримое, как бы отношение, партнерство. Ну, вот карта в этом плане хорошая. Конечно, она в девиации предостерегает о непомерных амбициях, конечно, она говорит о том, что да, все у вас будет, все будет хорошо, но, знаете, да, есть наше внутреннее эго, вот он есть дракон, вот наша алчность, вот есть зацикленность на материальном. Не забывайте, пожалуйста, да, трансформировать свою энергию, эго, дракона в какую-то реализацию. Может быть, благодаря этому пентаклю можно трансформировать это опять в материальное. Но это начало, да, начало такой судьбы. Это мощный толчок. Что для работы, что для отношений, мощный толчок, мощное начало, мощный стартап, мощная новая работа. Но вопрос, будет ли работа, да. Но вопрос отношений, отношения, да, да, будут отношения или начальные отношения. Карта хорошая, аркан хороший. И также он еще говорит, не забывайте рисковать или все возможности разглядеть. А то сможете, да, ну, как бы много откусить, но не проживать. Пентакль-то большой у дракона, и дракон такой зубастый. Откусить может, а вдруг вы из-за непомерных амбиций, да, не осилите все то, что вы хотите. И в девиации по тузу пентаклей человек может зарывать свои способности в землю. То есть вот сидит дракон и обнимает этот пентакль, эту возможность куда-то деньги вложить. Намек тоже на то, что не жадничайте, вкладывайтесь, отдавайте, давайте себя, свою энергию, не будьте скупердяями своих возможностей. У вас есть возможность людям отдавать, человек жадничает. Он не только денег жадничает, но и любви жадничает, никому ничего не дает. Двойка пентаклей. По двойке пентаклей мы видим здесь
тоже театр действий, разворачивается цыганка, танцует. Здесь мы видим у нее в руках вместо бубнов пентакли. Вообще двойки, они такие карты, которые говорят о равновесии. И в пентаклях здесь нам показывается, что надо радоваться жизни. Здесь цыганка стоит, радуется жизни. Но вот все, кто цыган знает, да, может о них сказать, у них есть такая стратегия, что они деньги зарабатывают и любят красиво жить. Они как бы, ну, не накопительствуют, на что-то тратят, на какие-то праздники, да. И тем не менее, все равно денег столько, что они как-то дальше накапливают, что-то как-то куда-то живут где-то. Может быть, не всегда честным путем, кстати говоря. Но по этой карте девиация тоже есть. Что, может быть, работа такая, да, временная или нечестная. И тут вот цыганка нам показывает, что есть смысл жить. Да, не забывайте не только работать, но и жить. Вот работа, вот отдых. Все гармонично должно быть. Также цыганка тут показывает танец жизни и смерти. Что есть вообще древние европейские обычаи. Макабр, танец смерти. У нее тут череп на спине, да, на пояснице мы видим. И мы понимаем, что, ну, все равно мы смертны. Ну, танцуй, пока молодой. Танцуй, пока молодая. Таким образом, мы понимаем, что все равно, да, мы не уйдем живыми отсюда, из этой жизни. Но иногда, чтобы не проваливаться в полностью материальные заскоки, иногда надо радоваться жизни, радоваться простым мелочам. Для отношений карта может проигрываться как хорошая. Для отношений дает партнерство, дает уравновешенность, дает хороший секс, что можно и удовлетворенными быть, и можно идти дальше по делам, работать. Но если, например, отношения в разрыве, и что он там или она там думает, то человек ищет наслаждение жизни. Прямо сейчас там он танцует, прямо сейчас он не заморачивается по жизни. Рядом карта третьих лишних может указывать на то, что не думает человек вот о женщине. Да? Там ушли, расстались, все. Человек дальше наслаждается своей жизнью. Он не забывает жить. Жизнь для него не закончилась. Или для нее. Смотря про кого спрашивают. Что он там? Или что она там? Что там с ней или с ним происходит? Да вот то самое происходит, что хочется жить. Хочется радоваться жизни. Хочется веселиться. Момент моря. Помним о смерти. Вот она. Танец смерти. Макабр. Вот он как раз в традициях говорит о том, что люди как бы изображали предсмертную пляску на кладбищах. Это тоже такой ритуальный танец был. Да и вообще танец, да, он изображение проявления какой-то сексуальности. Он завораживает, он страсть дает. Он возбуждает в людях жизнь. То есть, понимаете, есть, да, такой взаимообмен энергии. Что если ты танцуешь, ты живешь. Или то, как ты танцуешь, ты так живешь. Если человек не танцует, не любит танцевать, он в унынии находится. Как бы из уныния, если человек рядом, вы видите пентакли, видите мечи негативные, понимаете, что человек в депрессии, то дайте ему совет, не забывайте, да, жизнь не закончилась. На запрос, справится ли человек с проблемой, справится, не забывая жить. На запрос работы, будет ли работа, работа по этому аркану может быть, как потопаешь, так и полопаешь, может быть временная, может быть деньги такие, то деньги есть, то деньги нет, то денег нет. Может быть, вот в таком ключе работа. Человек по такой карте оптимист. Он не стремится реализовывать какие-то свои амбиции, так как не забывает наслаждаться жизнью. В девиации, что мы видим? Противоположность наслаждению человека. В унынии находится, а человек не может наслаждаться простыми радостями. Его ничего не радует. В девиации может отражаться как потеря всех возможностей. Человек руки опустил, и он на самом деле плохо чувствует. Может быть, работа за копейки у такого человека. И он не видит выхода, как или от этой работы избавиться, или как избавиться вот от таких тяжелых, гнетущих отношений. Если вы запрашиваете, в чем проблема, и выходит карта такой девиации, то знайте, это об этом может быть, что человек ищет выхода, не может найти этот баланс между девиатным состоянием и состоянием радоваться жизни. Тройка пентаклей. Давайте, как всегда, посмотрим на аркан. Тройки пентаклей мы видим такой замкнутый круг из трех личностей. Мы видим художника, который что-то рисует на ангеле. Ангел вытачивает из камня женщину, как бы вдыхая в нее жизнь, которая что-то тут рисует на художнике, какой-то красной краской, намек на кровь. Тут мы понимаем какую-то взаимосвязь, какой-то круг, да, круг творчества, круг
развития профессионализма. Здесь аллегория создания благодаря мужчине, женщине и чему-то божественному. Ангел здесь так изображен. Аллегория того, как граф Калиостро вдыхает в жизнь в камень, в каменное изваяние. И это каменная женщина, которую вот этот мастер может полюбить. Но так как она красной краской рисует ему на подсознании что-то, на темной стороне его лица, может и убить. Любовь зла, как говорится. Карта может говорить о том, что вы любите человека таким, как он есть. Клиент любит. Что ангел, вот он какой-то странный, беззащитный. Может быть, он себя красивым не считает. Комплексы с девиацией. Но вы его видите красивым и прекрасным. Карта проигрывается как вот что-то такое, да, создание, создающее. Карта для работы хорошая, потому что тут идет профессионализм. Один здесь рисует в одном месте, другой там что-то вытачивает. Карта вот такой круговой поруки профессиональной. Работа в коллективе, общение с друзьями. В отношениях карта может быть не очень хорошей, потому что тут какая-то круговая порука из трех лиц состоит. А отношения-то они из двух лиц. То есть или кто-то вмешивается в отношения, или это карта прям третьего лишнего. Кто-то, может быть, да, так сказать, свечу держит в отношениях, рядом стоит, кто-то рядом присутствует в отношениях, все равно. Не прямая измена, но бывает, что показывает какую-то косвенную. Надо смотреть, какие рядом арканы. Но довольно часто у меня проигрывалось, как кто-то прям третий лишний есть, кто-то вмешивается, кто-то действует на подсознание. Да, там как каменная женщина, которая ожила, или кто-то из этой пары в отношениях, клиент, да, к вам пришел, или клиентка, и запрашивает. Надо смотреть, кто из них кто, кто из них беззащитный, кто из них, так сказать, создает эту ситуацию, кто из них создает ситуацию измены. В основном приходят женщины, и в основном отыгрывается так как тут мастер начинает на ангеле что-то рисовать, в основном создает мужчина в состоянии этой измены. Поэтому для отношений неблагоприятная карта. Если начало отношений, люди молодые, то может быть френд-зона. Кто-то тут третий лишний крутится. Если отношения там в браке, люди долго и спрашивают, что в отношениях, ну вот третий лишний есть. Особенно если рядом арканы, которые говорят о том, что мужчина не бросит жену, но изменять будет, то может и так проигрываться. Иногда и такой ответ. Женщина хочет или быть вместе, да, не хочет измен, или без него. Но иногда и молчание является ответом. То есть иногда и такое положение дел тоже ответ, что будет вот так. Человек хочет какой-то определенности, по этому аркану не будет для отношений определенности. Потому что каждый рисует, как хочет и как видит. Может проигрываться, как, вот, например, мастер видит ангела такого, он или в иллюзиях находится, или он хочет видеть любовника, любовницу или жену в таком виде. А жена там видит мужчину таким, да, и она его исправляет, подправляет. То есть вот это вот состояние, Маня любит Васю, Вася, Катя, Катя. Света, Света, Вася. Вот как бы такая круговая порука странная в отношениях, может быть. Или проигрывается в отношениях, что друг друга люди исправляют. Один там мужчина под себя, да, подправляет, женщина под себя исправляет. Как бы вот они так друг на другом работают. Не над собой работают, а друг над другом. Тоже может быть неблагоприятно для отношений. Особенно если там третьих лишних других нету, то можно сказать, что вот так в отношениях друг над другом люди работают. Ты тут исправляйся, чтобы мне нравиться. Или я вот тебя такими нарисую, это будет иллюзия такая, и ты мне будешь нравиться вот с таким личиком. Твоя беззащитность. На ангеле лысине мы знаем, что лысые без волос люди — это беззащитность у Патрика Валенса отражает. И тут лицо нарисованное, как вот я тебя хочу таким видеть. Твоя беззащитность позволяет мне вот тебя так использовать. Каменное изваяние, оно тоже, да, само не может двигаться пока и вдохнуть жизни. Можно там даже долотом по нему пройтись. То есть, какую хочу фигуру, такую вот и буду требовать. Может, в девиации вот так проявляться, да, там, ты толстая. Партнер, партнерша, мужчина, женщина может говорить такое, да, в отношениях. Не люблю тебя, потому что ты вот такая, не такая, как надо, поэтому третий лишний есть. Ну, а тебя нет, не брошу, так как пентакли все равно это материалистичная основа. Может и так проигрываться. Но если рядом башня, то это все-таки увод. Башня, дьявол, смерть. Все-таки мужчину тут увели, третий лишний увел, да, под себя, так сказать, подстроили, да, человека, под себя его подвоспитали, и человека увели там на разрыв
а семье из-за третьего лишнего. Карта, может быть, так вот только проигрывается. В работе карта хорошая, проигрывается как творческая атмосфера, взаимная такая порука. Здесь, наоборот, командная работа. Для работы хорошая карта, так как в команде, по очереди, сначала кто-то там делает основу, кто-то потом из этой основы что-то вытягивает, развивает, и третий там уже завершает, и потом уже первому человеку дает, и так как он автор, мастер задумка, вот его, и спрашивает, так она должна выглядеть, да, так. И нечто творческое можно создавать по этому аркану, творческие группы, кружки, работа творческая может показывать, там, с глиной, там, кто-то рисует, ну, вот так вот она отыгрывается. В работе. Найдет ли человек работу? Найдет. Будет ли развитие? Да, развитие будет через творческие порывы. Может быть, денег не очень много, но творческие порывы есть. И в девиации тут может быть зависимость. Человек зависим от мнения группы. Как бы вот не будет второго звена, не будет, да, третье. Ни третье, ни первое звено не возьмет на себя ответственность за какую-то поруку, чтобы что-то получилось, чтобы что-то реализовалось, чтобы что-то выстроилось, что в работе, что в отношениях. Не возьмет на себя эту ответственность. Как бы вот не завершится процесс, и не будет создано произведение искусства. Это прям вот как в анекдоте, да? Первый откапывает лунку, второй сажает, третий закапывает. И если вот не выйдет на работу человек, который лунку сажает, то будет происходить бесполезный процесс. Один будет откапывать, другой следом закапывать. И люди будут уставать, они будут работать, но никто на себя не возьмет ответственность за второго человека, вместо него там что-то делать. И получается, что такая девиация зависимости, да, люди зависимы друг от друга. И в отношениях тоже она может так проявляться. Вот жена, она не может стать такой же, как любовница. Она не берет на себя эту роль, и, естественно, это она считает не в ее ответственности, там, быть сексуальной, что мужу нравится. И получается, что она зависима от мужа, да, там не может уйти, и зависима от того, что там происходит. И не может вырваться из треугольника, особенно если нету карт разрушительных, что она вот не выберется отсюда, что она не, ну, не справляется, да, там, клиентка. Или, может быть, мужчина обращается, а женщина его вот такая вот, да, там, легкомысленная, как это там, девочка, невинная ведет так себя, и где-то там порхает, летает, а домой приходит, она говорит, я же домой прихожу ночевать все равно. Может так проигрываться. Отношения, ну, много созависимости, особенно если рядом вампирчик стоит, дьявол, то можно сказать о том, что тут прям такая прямая созависимость людей друг от друга. Как бы и не бросят друг друга, не расстанутся, и никакого гештальта может и не произойти. Вот по этим стратегиям. Итак, переходим к четверке пентаклей. Давайте, как всегда, обратимся к аркану. Мы тут видим, как смерть пришла за человеком, за жадиной, за скупердяем. Смерть остановила время, она держит часы в руках, остановила время этого человека. Здесь смерть такая демоническая, понятно, что она его из-за его жадности забирает в низшие миры, не высшие. Смерть здесь делает такой негативный застой, такую стагнацию. Смерть всегда намекает то, что с собой, ну, ничего мы из материального мира забрать не сможем. Вот это все материальное с собой не заберет человек. Здесь мы видим такого скупердяя, он жадничает. Он на самом деле еще не понял, что умер, и думает, что у него его деньги хотят отнять, поэтому вот так вот держит деньги при себе. И, скажем так, его там бизнес, да, его богатство, может быть, оно было накоплено не благодаря инвестициям и развитию, а благодаря каким-то ограничениям, так как карта четверка на стабильности, да, о каких-то, может быть, эмоциональных или финансовых застоях. Все четверки, они такие, ну, квадратные, стабильные, может быть, с одной стороны устойчивые, но с другой стороны говорят о стагнации. По четверке пентаклей. Она всегда будет давать совет развиваться, вкладывать куда-то деньги, не жадничать на себя. Потому что квадрат, он такой ограничитель, да, четверка, квадрат, ограничитель времени, ограничения, там, позволения себе жить. То есть человек на чем-то экономил, а может быть даже на себе, на семье. Он понимал, что его деньги скоплены не благодаря там упорному труду или инвестициям, а благодаря ограничениям. Он, может быть, и не позволял даже семье тратить. По карте, да, может так проигрываться, что человек или жадничает, или экономит, или не позволяет семье тратить деньги и считает, что это излишество, минимальный уровень выживания. Вот деньги есть, а остальное – это лишние траты, они не нужны.
Если идет эта карта на отношения, то человек или эмоционально жадничает, или финансово, или и то, и другое в отношениях. Например, мужчина жадничает, женщине не дает ни денег, ни на нее не дает, на ней экономит, например, не дает денег на детей, там, на их развитие. Ну, как-то так скоредно относится. И карта в плане отношений может негативно проигрываться. Или, например, не дает эмоций каких-то, да, все в себе сжимает. На самом деле у человека огромный потенциал любви и любить, и это отдавать, потому что тот потенциал, та возможность любить, та энергия, которая в нас есть, когда мы ее отдаем во Вселенную, нам она возвращается. Возвращается в виде денег, в виде каких-то благ, в виде здоровья. И вот тут человек, если не отдает в каком-либо виде свою энергию, то ему и в ответ не приходит. Вот ему эта ситуация зеркалит. Ты не отдаешь в мир, не вкладываешься, ни в отношения не вкладываешься, ни в любовь, там, ни в свою женщину, ни в детей. То тебе мир точно так же. Или эти люди, которые рядом, точно так же. Карта стагнации. Тут как бы время, да, завесило такое ровное состояние, может быть, схоже с арканом повешенный, потому что там тоже время как бы замирает. Но там человек сам себя подставляет, но здесь, я бы так сказала, смерть пришла в качестве кармы, что все, хватит, ты нажадничался, ты это время не использовал для кармической обработки, вот тебе, пожалуйста, вот получи, что называется. У тебя было полно времени, чтобы исправиться, чтобы вкладываться, ты этого не делал. И с одной стороны, да, для отношений вот так. Ну и для работы тоже. На работе могут быть застои. Нету развития. Как бы вот или начальство жадничает, или деньги у вас будут, но за счет того, что вам придется сэкономить, или за счет того, что хотите денег, да, но двигаетесь дальше. Лучше тут, конечно, через совет работать, если человек по работе, по бизнесу спрашивает. Потому что в девиации глупо держать рядом с собой деньги, да, надо их куда-то вкладывать, надо их оборачивать, надо их... Но двигать они не должны стоять. Движение – это жизнь, иначе будет стагнация и смерть. Вот как раз, которая пришла за этим скупердяем-горожанином. А это явно не от далекого ума, в девиации человек, да, ограничивает себя, свою семью, явно не из-за того, что он такой весь прошаренный, продвинутый, явно не из-за этого. Человек по этой карте никому не доверяет, всегда все держит в себе, эмоции при себе. В отношениях карта может проигрываться как... Человек не только отношения зажал, но и свои эмоции, чувства, и вы никогда не узнаете то, о чем он думает. Или в основном он думает о своем собственном комфорте, о своей собственной выгоде. Что в отношениях, да, там стабильность, а может быть в семье не очень все хорошо, но стабильность – это выгода для мужчины. Или, например, если отношения в разрыве, вернется ли он, да, или она, и идет четверка пентаклей, можно смело говорить о том, что, ну, там человек думает о своих выгодах, о своей... попе, о своем теплом местечке. Вряд ли он думает сейчас о вас. Или ограничивает, да, к себе никогда свои границы не пустит этот человек. Да? Четверка, она же ограничивает. Работа может проигрываться по этой карте какая-то отупляющая, или скучная, или регламентированная. В госучреждениях, или с банками связана. Там, где какие-нибудь долгие очереди, какие-нибудь бюрократические застои. Вот пятерка и четверка пентаклей дает такие бюрократические застои. Да и вообще застой, да, там какая-нибудь очередь, там, где время приостановилось, никуда не спешат люди. Или какая-нибудь стабильная такая работа, да, изо дня в день одно и то же. Ну, такая тупляющая, конвейером какая-то идущая. Может быть, и с этим связано иногда. И так происходит, и так может проигрываться карта в работе. В девиации также проигрывается, как синдром Плюшкина. Мало того, что человек копит, так еще не тратит. Бывают люди, которые сами в чем-то себя ограничивают, ну, там, для достижения успеха такая средняя девиация, но все-таки, да, там, вкладываются, да, развиваются, тратят, а здесь человек может прям, я не знаю, дома собирать все, таким накопитель, чтобы заниматься им, старое никогда не выбросит, все пригодится, да, и там в основном лет через 20 человек приходит к застою энергии, к захламлению, надо делать расхламление, все это выкидывать, человек не понимает, что, ну, вот, может быть, так нельзя. И такое ощущение, что это вот его комплексы, да, и девиации, какие-то голодные годы, что он все это, ну, так себе складывает, да, один живет, там, хочет дорого-богато, так сказать, и таким образом окружает себя любыми вещами, материальными, нематериальными, просто любыми, просто он ничего старого не выбросит, но у него вот есть такой комплекс. Бывает пятерка пентаклей, давайте, как всегда, взглянем на карту. Здесь вообще описывается про низкое социальное дно. Здесь на аркане мы видим крадущуюся проститутку.
Ее использовали, выкинули, может быть, даже побили, там отекшие, опухшие глаз, рассеченная бровь, карта побоев, карта низкого социального уровня и дна, как финансового, так и морального. Вот никто не хочет с ней связываться, никто ее не хочет пускать, она чувствует абсолютную беззащитность, не хватило ей ума где-то в другом месте работать, не хватило ни фантазии, ни возможностей, и к себе ее никто пускать не хочет. Ну, такие, да, горожане, вот тут глаз такой за ней следит из храма, и истинная их вера этих лицемеров, понятно, там вот из пентаклей крест выложен, мы видим. Аркан говорит о материальных, физических, социальных тяготах, вокруг все презирают. Человек нуждается в помощи, финансовой особенно, потому что не учите жить, а помогите лучше материально. Никто не хочет с этим, да, бедняжкой связываться. По аркану это не только может быть женщина, но и мужчина. Сзади, например, мы видим трубы фабрик, и вроде как эти горожане эту проститутку пускать не хотят, но их также используют на этих фабриках как дешевый рабский труд. Они рабы, и вот их физическое тело, оно, да, даже низко ценится. Это люди с низкой какой-то социальной ответственностью. Это не только женщина может оказаться в таком положении. Хотя в раскладе, когда спрашивают, например, женщины, что она обо мне думает, а там оказывается третий лишний, она любовница, он ее напропалую использует, относится к ней как к женщине-проститутке, как к женщине с низкой социальной ответственностью, просто никакая. Или это семейное дно какое-то, или нет денег у семьи, нет денег из-за... глупости, тупости. Кстати говоря, карта может показывать абьюз, побои, пьянки, гулянки, особенно если рядом кубки. Ну, в общем, это прямо социальное дно напрямую указывает этот аркан. Довольно негативная карта для отношений, для работы. В работе, ну, ничего не жди, что называется. Это травмирующая ситуация, надо бежать оттуда. Да и из отношений таких тоже надо бежать, когда вас используют. Да, то есть вы клиенту говорите напрямую, что смотрите, вас используют, относятся, ну, как к мужчине или к женщине с низкой социальной ответственностью. В работе мало того, что труд рабский, так еще и не ценят, да, на работе могут не ценить. Тоже могут быть всякие бюрократические проволочки или не дают социальную какую-то помощь из-за того, что вот, ну, человек и так в низком положении находится, и он ничего как бы и не делает, чтобы оттуда вырваться. И как бы и продать-то нечего. Вообще такому человеку нужна помощь, когда в таком состоянии находится, травмирующая ситуация, из которой надо выходить. Обычно из треугольников есть возможность выйти. Не надо себе ухудшать карму. Совет по этой карте – это надо, да, оттуда уходить. Из треугольников, тогда, когда используют, что в отношениях. Если даже на семью это вышло в отношениях, четверка, да рядом пятерка, пентаклей могут сказать о том, что на женщине экономит, что ее используют, что тут ничего хорошего не жди. А то вдруг там какая-нибудь иллюзорная надежда у вашего клиента появится, что он там обо мне думает. Да, откровенно говоря, мало того, что ничего, так еще и плохо. Хуже, чем вы можете себе представить. Да какое отношение? Плохое отношение. Матросить и бросить, поиспользовать, дальше пойти. Какие у него планы, да, какие обязательства? Да вот такие, никаких. Ну, это, кстати говоря, может быть и со стороны женщины. Если приходит к вам на прием мужчина, и он спрашивает, что там у девушки, да, что на уме, ну, такие. Купи-продай отношения, она такая проститутка, которая хочет, ну, там, деньги выманить, вот так вот, вытянуть. Иногда так проигрывалось. То есть надо смотреть, да, кто на месте кверента у вас стоит. Про кого спрашивают? Кто спрашивает, вы на него смотрите, и про кого спрашивают, вы на него смотрите. Это же не просто так, да, такие отношения, блядство такое откуда-то вылезло. Иногда карта проигрывается как физически тяжелый, низкооплачиваемый труд. Иногда как на работе не ценят. Будет ли зарплата? Нет. Или ее не будет, или будут задержки. Будет ли продвижение по службе? Нет. Найдет ли человек работу, если к вам приходит, спрашивает, найду ли я работу, выходит у них этот аркан? Нет. То есть в перспективе-то вот нет. Там надо искать другой выход, другую ситуацию. Также в семейных отношениях карта может проигрываться как ну, люди живут в социальном дне, низкие социальные условия, или жить негде. Редко, но бывает, да, что... Там, какие у него планы. Если вы смотрите девиацию, планы, да, какие у него негативные планы, какие позитивные, или что вас ждет позитивного или негативного. И если оно выходит на негативное, в девиации может также показать, что это чуть ли не бомжевание, да. Или хотят вас прям поматросить, бросить, выкинуть на улицу, как использованную вещь. Отношения могут показывать тоже созависимые, если рядом дьявол, потому что дьявол уже все соки высосал, абьюз, побои пошли, уже нет ничего хорошего. Там, где нет гармонии в семье, там будет вот такое поведение, отношения.
И, естественно, так как живут они на дне, да, они там пьют, курят, морально разлагаются, и надо разрешать уже этот вопрос, возможно, через какие-либо структуры, органы, потому что тут уже нужна будет или юридическая помощь, там, или социальная помощь. Потому что люди, как бы в созависимости находясь, не могут разрубить этот порочный круг вот этого житья-бытия, там, выйти из алкогольного опьянения какого-то, да, там, если рядом кубки стоят, вот они пьют, бухают, там, живут непонятно как. То есть тут уже нужно вмешательство структур. Или это правосудие вмешивается, это государственные структуры, структуры социальной помощи, структуры полиции, да, потому что там постоянно что-то наверняка будет происходить. Вот по этой карте девиантное поведение может так проигрываться. Ну и к тому же, если там показывать на человека без определенного места жительства, то тоже нужно уже вмешательство социальных структур. Шестерка пентаклей. Как всегда, обращаемся к аркану и смотрим, что же изображено на аркане. Мы видим здесь человека с тремя ногами, который деньги дает нищенке. Она вот, скажем так, молится духом, и он знает об этом. И он так, да, боится все-таки за себя. И, с одной стороны, хоть он и свысока, и пренебрежительно, но все же деньги подает. Потому что он знает, что она с духами общается. А она у него тут выпрашивает. Да, подайте, мы сами не местные. Иначе прокляну. У нее тут такие телодвижения, что как будто вот она готова проклясть. И он как индульгенцию как бы вот делает откупы за свои грехи. Да? Я сделаю хорошее, чтобы вот в конце концов плохое не получить. Мы иногда редко вспоминаем о том, что надо там отдавать, вкладываться в благотворительность. И иногда приходит такой момент, и мы понимаем, что ну надо отдать. Вот так проигрывается эта карта. По этой карте человек вспоминает, что отдавать надо, что надо хорошо выглядеть, да, он отдает, подает, да, подача милостыни. Вообще на карте два персонажа, надо смотреть, с какой стороны эта карта вышла. С карты вопрошающего, да, если, например, тот сам человек, да, он будет подавать, или он будет просить, просителем. Карта таких, карта уже помощи, да, финансовой, после пятерки пентаклей, карта распределения субсидий всяких, пособий, пенсионного фонда, что вот они все-таки подают тем бедным, которым это нужно. Если выходит, вы загадали какую-то карту квирента и положили ее справа, то вы, значит, вот для квирента можете сказать, он может быть просящим, может быть, он излишне прибедняется, но помощь ему будет. Будет ли работа, да, будет ли финансовая поддержка, будет. Если с другой стороны у вас карта квирента выходит, значит, он будет в роли дающего, да, что он будет помогать. Или, например, в работе, если на начальника выходит, то ждите, что к вам придут просить, жалиться, жалобиться люди, говорить, подайте, мы вот хотим. Или вы сами, да, если вы просите о повышении, то да, повышение придется пойти попросить. Может быть, это будет выглядеть как так вот разжалобить, да, человека, жалобные речи. Иногда в раскладе у меня проигрывалось, что, например, ну как мужчина относится к женщине, и когда стояли третий лишний, там карты показывающие, что есть третий лишний, что с ним какие-то незакрытые финансовые моменты, то это значит, там он должен алименты мужчина другой женщине за детей заплатить. То есть он должен. Это такой, да, человек, который выполняет свои обязательства. И вот что, например, связывает, да, с прошлой там женщиной. Выходит эта карта, связывает тут финансовые обязательства, да, он там дает. Или у него просит, или у него будут просить. Также надо смотреть, кто есть кто, да, или кто-то просит любви. Если в отношениях, на отношения запрашивают у вас квирент, вот про любовь, да, что он обо мне думает? Любовь будет давать как бы из жалости, что ли. А секс из благодарности. Но тоже тут недалеко мы ушли после карты с проституткой, недалеко отошли, потому что здесь уже получше, да, уже финансовые возможности появились, но в отношениях может быть разница интеллектуальная, моральная, финансовая, да, такая пропасть материальная между людьми. Но браки могут быть крепкими, потому что каждый получает, что хочет. То есть если в браке, да, к вам приходит человек, говорит, я в браке, да, про отношения рассказывает, один дает, другой получает. Один просит, другой получает. Все логично. Может быть, не так много, как хотелось бы, и тем не менее, после пятерки, как бы вот, ну, любой друг требует оплаты. И после пятерки, после этого кризиса социального дна, шестерка пентаклей, она очень хорошо поддерживает. Еще мы видим на спине пять рук,
которые пентакли держат. С одной стороны, он вроде как их заныкал там, а с другой стороны, тут правило там работает трех рукопожатий, шести рукопожатий, что мир не без добрых людей, что по знакомым и знакомству, да, можно что-то найти, какие-то возможности, какие-то работы, да, там какие-то вещи, если человек совсем голый, вещи для, там, для себя, для детей, в общем, и с едой, да, с продуктами. Все как-то можно решить, да, где взять, главное начать искать. Вот эти пентакли за спиной об этом показывают. И в плане выхода из кризиса карта благоприятная. Наконец вам протянули руку помощи, если человек был в кризисе. Или вы, например, себе, да, смотрите, раскладываете. Вы просили, вам помогут. Может быть, даже через других людей, но через там высшие силы. Вы просили высшие силы, вам помогут. Если вам уже помогли, и человек, да, перед вами, клиент, вы понимаете, что он в хорошем состоянии, тут карта будет давать совет помогать другим, не забывать об этом. Не только, да, за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом, не только из-за этого, не только благовидно выглядеть, что я вот такой меценат, делюсь. Кстати говоря, тут не так уж много денег, пособия они уж не такие большие, да, или поддержка не такая большая, но так, для того, чтобы рыбаку дать удочку, а не рыбу. Вот такая поддержка, чтобы как-то вот на плаву человек держался. Но это уже неплохо по сравнению там, с кризисом, с растоптанными чувствами, с растоптанными мыслями. На вопрос, будет ли он проявляться, ну, тут, скорее всего, будет, да, но если вы попросите о чем-то, тут больше он или она будет ли проявляться через запрос, да, из какой-то жалости, что ли. По карте может проявляться, как один другого жалеет, там, пожалей меня, кто-то просит любви, кто-то вот жертвит. Пожалеете, да, дайте любви, дайте покоя, дайте мне вот это вот все. Также могут по этой карте проигрываться страхи. Я боюсь, поэтому отдам. Могут проигрываться, ну, из страха, да, что что-то не так будет сделано, лучше сделать вот так. Девиации проигрываются. Человек может вести себя как жертва судьбы, которому что-то не додали. Он такой весь бедный, несчастный, нищий, но на самом деле человек может прибедняться по этому аркану. Говорить, что вот я не виноват, виноват кто угодно, кроме него. Вот он не может, да, так сказать, на какой-то уровень выйти. На самом деле уже вышел на уровень, ну, может быть, все тут изрядно прибедняется. Возможны и варианты мошенничества. Человек по этому аркану может брать в долг и не отдавать. Или может проигрываться, как человек, ну, такой весь отдающий, раздающий, не может сказать «нет», им все пользуются, и поэтому у него ничего и нет. Иногда такое бывает, но это редко-редко, когда проигрывается. Это надо смотреть отдельно девиацию, что с человеком не так. В девиации или он ноет, жертвит, просит, или он, наоборот, душа нараспашку. Ну, надо еще смотреть, какие арканы рядом. Если там эмоции открыты, то душа нараспашку. А если закрыты эмоции, то карта будет говорить о том, что, ну, тут прибедняется человек. Ну, не искренен, да? Мы переходим к семерке пентаклей. Я давно о ней хотела рассказать. Умалчивала, потому что это вот индивидуальная особенность только этой колоды. Когда я говорила про негативные воздействия, семерка пентаклей показывает на деструктивные ритуалы, потому что здесь напрямую показана ведьма, которая прилетает на гору и тут магичит с деревом. Не говорила, может быть, упустила этот момент, но если тут будет стоять двойка пентаклей, цыганская магия, да, любые магические воздействия, которые показывает эта колода, она показывает через эти арканы. Может показать, что тут цыгане, тут вот какой-то ритуал. Здесь напрямую мы видим, колдунья прилетела, она над деревом экспериментирует, как бы вот все соки оттуда выжимает. Там раньше было кладбище, здесь похоронены бывшие рабочие. И ей не важно, да, она пользуется этим напропалую, дереву больно, там течет последняя там кровь. И она тут, ну, в книге Патрика Валенса сказано, 7 дней прилетала, наконец-то дерево дало результаты. Выросли пентакли, семерка пентаклей. О чем говорит карта и как она проигрывается? Она может проигрываться не только как негативное и деструктивное воздействие на человеке, тоже надо смотреть, или один из другого человека выжимает все соки ради достижения своих целей, идет по головам, он без эмпатии, он не замечает страдания партнера, партнерши, ему не важно, что чувствует человек, у него низкий болевой порог. Он так вот, да, издевательски относится. Человек может быть жесток к себе, к окружающим. Смотря на кого смотрите. Смотрите про того, на кого запрашивают, то человек ставит эксперименты. Или социальные, или прям такие, да, физические. В девиации, кстати, может проявляться, что человек может над кем-то специально издеваться, над животными, там, над детьми. Он, кстати говоря, может быть и к себе очень требователен. И к окружающим. Но особенно если рядом будет император, да, такие требования жесткие.
высосет всю кровь. По этой карте у человека нет угрызений совести, так как он использует вот другого. Совместная жизнь по этой карте, страдает. Если один из другого высосал соки, земля пропитана, скажем так, этими страданиями, этой кровью. Но довольно часто, так как карта указывает на деструктивные магические воздействия в паре в отношении, то можно понять, что тут может быть магическое воздействие на крови, ритуал на крови. И из-за этого именно пара и пострадала, отношения пострадали. Или, например, сделано на человека магическое воздействие, что он не осознает, что он потерял эмпатию, что он издевается над партнером или партнершей, что он не замечает, что он делает больно, неадекватные расставания. Особенно если тут рядом дурак, то тут просто вообще человека так унесло и занесло. И он по своей дурости, глупости и неосознанности навредил партнеру, партнерше. Для работы карта тоже плохая. Мерзкая работа или мерзкий коллектив. Да, ведьмы там такие мерзопакостные. Подначки, да, стычки какие-то, подставы, один другого подставляет. Или кто-то один идет по головам, или ради достижения цели в продвижении по карьерной лестнице идет по головам других людей, или всех использует для достижения своей цели. Ну, такой офисный ад, я бы сказала. Или работа может выжимать все соки из человека. А если это руководитель бизнеса, то это тогда вот человек из бизнеса все соки выжимает. Пытается, да, все выжать из людей, выжить, они там тоже как в аду работают, света белого не видят, там текучка, и уходят. Текучку показывают, потому что тут все-таки капли крови течет. Кстати говоря, бизнес может быть связан с какими-то темными делишками. А конкретно какими, не могу сказать, потому что тут или темные дела, или такие вот, да, деструктивные магические воздействия. Также в отношениях, в сексе, например, карта может проигрываться, так как один неопытен, да, и ставит эксперименты. Другой человек, может быть, тоже из-за неопытности не видел к себе другого отношения, и он такой страдалец, потому что он просто другого обращения не знает. Партнер, например, в партнерше не видит живое существо, что она может переживать, да. Или наоборот, женщина так вытягивает все жилы, силы и не видит страданий мужчины. Надо смотреть, на какой клиент к вам пришел, чтобы понимать, на кого вы смотрите, какое отношение к клиенту. То по этой карте сразу будет понятно, что это к нему так относится. А если на него смотрите, то вам будет понятно, что это он так к другим людям относится, именно из-за этого он пострадал. В отношениях может быть причинение боли партнеров сексуальных, такой, да, садизм. Ну и вообще, так как в девиации это идет садизм и причинение боли другому, тут уже даже осознанно, человек осознанно нестабилен в психическом состоянии. Итак, у нас восьмерка пентаклей. Как всегда, обращаемся к аркану, смотрим, что происходит. Мы здесь видим прямо-таки трудоголика. Человек тут сидит на конвейере, золото плавится, он мастер своего дела, чеканит монеты, тут время уже за полночь. В общем, такой человек трудоголик, трудяжка. В принципе, вот эта карта может описать все. И отношения, и работу, сферы жизни. Потому что связь с таким человеком, когда он трудоголик и все подчинено системе, ну, довольно-таки трудно. Он будет задерживаться на работе, перерабатывать, не до отношений будет. Он по-другому жить не умеет, может только вот так. В работе тоже, если он такой трудоголик. Для работы хорошая карта, да, все хорошо. Добьетесь ли вы успеха? Долгим упорным трудом по конвейеру добьетесь. Будет ли продвижение по службе? Небольшие продвижения, как у конвейера, небольшие, так, да, там небольшие изменения могут быть в работе. А так в основном это такая стабильная работа. Человек винтик в своей системе находится по этому аркану. Он вот работает, да, вот шестеренки тут указывают на то, что незаменимых людей не бывает. И тут шестеренки как механизм, и человек как механизм, как шестеренка в этом обществе рабочем, рабочий класс. Деньги небольшие, конечно, по этой карте, но на запрос, будут ли деньги, будет ли работа, скажут «да». Тут вообще-то тоже как тройка пентаклей профессионализм растет. Но здесь он растет, скорее всего, не из творчества, а из-за трудоголизма. Много надо здоровья иметь и положить на алтарь свободы работу. Как бы вот в жертву принося свою свободу, человек тут погружен полностью в работу. Такой человек будет задерживаться на работе и не будет отношений. Он будет перерабатывать, для него это тоже будет нормой. В плане того, как добиться, например, расположения начальства, да, это будет замеченным. Если выйдет этот аркан, то скажет вам о том, что вы, ну, должны быть замеченными из всех тех шестеренок, которые есть.
С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой стороны, все равно дает девиацию. Человек трудоголик, будет перерабатывать настолько, что ему плевать на все и на всех, на отношения, на свободу. Он как бы вот зациклен, у него такая созависимость, он боится жить другой жизнью, кроме вот работы, он ничего не знает и ничего не хочет знать. Ему тут привычно, комфортно, стабильно. Тут поел, тут поработал, пришел домой, поспал, лишь бы домой не возвращаться. То есть девиация – это, конечно, неприятная карта в том плане, что человек боится как бы жить такой жизнью и живет на работе. Боится жить какой-то реальной жизнью, все, что связано с эмоциями, с отношениями. Он слишком погружен, слишком зависим от работы. Трудоголизм – это тоже такой особый вид созависимости, когда собственные комплексы человек вот в работе прячет. Или он здесь себя комфортно почувствовал, ни за что из этой шестеренки не вылезет. Будет совет, конечно, хотите продвижения, меняйте стратегию поведения. А устали от трудоголизма, придется отдохнуть. Вот, конечно, с одной стороны, хорошо, много неуемной силы есть и здоровья, чтобы вот так вот впахивать. А с другой стороны, человек не видит возможности по-другому зарабатывать, потому что интеллектуального труда тут не хватает нового витка в развитии с работы, да. Может быть, на какие-то курсы сходить, доучиться, поучиться и стать начальником этого конвейера. Ну, предположим, да, тут будет такой совет. Да и для отношений будет тоже такой совет, что вы слишком погрязли в рутине, в рабочих делах, в обыденности. Да и секс тоже скоро угаснет по этой карте, да, или он уже угасает, потому что есть четкая структурированная иерархия, и даже надо секс подстраивать под условия рабочего времени. Тут работа, тут пришел, тут ужин, тут секс, все по часам, все, в принципе, размерено. Для кого-то это может быть хорошо, смотря какой человек. Если кверент услышит от вас, что все стабильно, для него это наоборот, он скажет, ну и слава богу. В этом аркане, в этой карте можно спрятаться вот как от каких-либо потрясений. Человек был после потрясений, тут ушел в работу, для него это хорошая будет карта. Он здесь скрывается. А если человеку наоборот не нравится, и к вам человек приходит с запросом на то, что хочу другого, тут устал, тут вот так, то смотрите, да, нужен отдых, перезагрузка. Смотрите сами. И тоже девиация такая, тоже связанная с трудоголизмом. Не могу сказать, что это плохо, все-таки это пентакли, все-таки тут будет достижение по каким-то своим личным целям. По отношениям, если спрашивает, например, кверент, что там она или он обо мне думает, там будет ответ такой, что он не думает об отношениях, он думает о работе, о хлебе насущном. Или ушел он в работу с головой, лишь бы не думать об отношениях. Он вот скрывается, да, там, в этом аркане прячется от любых эмоциональных чувств. Возобновление отношений эта карта тоже не сулит. Да? Ну, тут как-то надо выдернуть человека из этого состояния, чтобы было возобновление отношений. Проявляться не будет человек, он там засел. Не трогайте. Да? Восьмерка – это все-таки две четверки. Тут двойные какие-то ограничения, двойные стандарты. Человек окружил себя двойным забором квадратом. Девятка пентаклей. Мы тут видим такую светскую львицу на карте, которая вышла в бедные кварталы прогульнуться, да, и себя показать. На других посмотреть нет, она на других смотреть не будет. На ней тут маска такая. Она не должна дышать одним воздухом с беднотой, потому что идет она по бедным кварталам, пока все впахивают. Она живет в роскоши. Такая она инстаграмная барышня. Тут у нее вот то ли сумочка, да, но в книге написано, что это питомец на цепочке, череп такой с крылышками, хотя кажется, что она себя увешала брюликами, но в принципе собачка ей тоже как символ ее роскоши, да. Кто-то с маленькими собачками ходит, вот в принципе ей собачка не нужна, поэтому олицетворение такого питомца, как брюлика, вот эта вот черепушка на крылышках, на цепочке. Тут мы еще видим маску, когда чума была, там всякие масла, травы набивали в нос, в этот клюв, чтобы не дышать зараженным воздухом, ходили. И вот тут мы видим маску, лицемерие, что она вот такая инстаграмная дива, с одной стороны, может показывать себя, ну, в инстаграме, что она такая вся красотка, прекрасотка, а на самом деле там есть доширак. Ну, типа того, да, она с одной стороны красуется, но с другой стороны, ну, женщина такая, да, которая в некотором роде может быть хищницей, может искать себе богатого мужчину, и чтобы приглянуться, да, она соответствующе одевается, соответствующе выглядит. Или она это делает по части девиации, чтобы почувствовать себя нужной или почувствовать себя королевой среди бедняков, потому что она пошла гулять в бедные кварталы. Для отношений, что может дать такая карта? С одной стороны, мы видим какую-то самовлюбленность и равнодушие, и за маской что-то истинное может быть и прячется, но человек, опять же, не подпустит к себе из-за маски близко, потому что, может быть, там
скрывается как раз та самая тяжелая судьба, выросшая из пятерки пентаклей у этой девушки. С одной стороны, конечно, могут быть хорошие отношения, тоже каждый получает из этих отношений, что может. Девушка все-таки может найти себе мужчину достойного, раз она такая охотница, но она может быть помешана на шмотках. Все вот, да, встречают по одежке, она будет вот зациклена на внешнем виде. По уму ее уже не беспокоит, хотя тут есть и интеллект. Но не была бы она, да, такой хитрой, она бы так не вела себя и не искала бы себе кого-то. Ну или мужчина может быть, да, такой, понтоваться. Этот аркан, да, кто клиент у нас? Мужчина может понтоваться, да, такой крутый, круто выглядите. Тут Армани, тут Гуччи. Но на самом деле люди богатые, они никогда не выпячивают какую-то свою статусность. И по отношениям тоже можно судить как о том, что вот как собачка, да, вот это вот лучшие друзья девушек все-таки не собачки, а бриллианты. Как вот говорили, да, Анна на шее, вот эта вот медаль. То ли Анна, то ли медаль на шее. И вот тут тоже для статусности партнер или партнерша для галочки. Типа, посмотрите, с каким крутым я пришла. Или мужчина приводит девушку, ну, типа, посмотрите, с какой красоткой я тут пришел, да, вот, зацените. Не то, чтобы у нас не отношения, так я вот просто ее с собой таскаю в качестве подтверждения, скажем так, своего статуса. Я, если куда-то ее вожу, то вожу, ну, как бы себя развлечь, да, по ресторану. Не ради нее там, а ради себя. Развлечение ради себя. Без обязательств довольно часто отношения такие. Хотя, может, ну, они все равно имеют место быть, такие отношения, потому что секс может быть по такому аркану, сексуальные отношения. Может быть, он такой, да, хладнокровный, бесчувственный, за маской, все-таки, да, для статуса, для галочки. Кто-то по этому аркану все-таки получает, да, красивую одежду. Или статусное подтверждение получает по этому аркану. По работе. В работе человек достигает успехов, он уже статусно выглядит, действительно получает какой-либо статус. Тоже бывает довольно часто, что статус получает для галочки. Там внутри на самом деле те же комплексы остаются, тот же неуверенный в себе человек, который стесняется быть самим собой. Он показывает также профессию дизайнеров, модельеров, такого высокого бомонда, модельер в Гуччи. Они все такие из себя. Да, понтуются, красуются. В общем-то, это и есть вот характеристика личности, и это много характеризует стратегии в отношениях. Кто-то, может быть, перед кем-то красуется, вот заметь меня, да, в отношениях. То есть отношения, конечно, по этой карте есть, но вот с таким оттенком они могут быть. Будут ли отношения по этой карте? Да, тут есть взаимовыгодное состояние, да, развитие, колесико. Нам подсказывает, что развитие отношений будет. Чтобы быстрее передвигаться, девушка тут надела колесико. То есть вот надо уже, да, скорее куда-то доехать, кого-то найти. Возобновление отношений, если спрашивают по этой карте, то оно будет через тоже добиться, да, партнера, через какую-то статусность. Если запрашивающий стоит кверент в пятерке пентаклей, а рядом там третий лишний, то вряд ли на него обратят внимание. Или обратят, но и жалости. Да? Смотрим, какие арканы рядом. Может быть, там как раз и жалости шестерка пентаклей будет. А выбирает мужчина других, да, там красоток. Не выбирает он каких-нибудь социально стабильных королев, которые хотят замуж, а выбирает вот таких вот красоток, может быть, однодневок, чтобы потешить свое самолюбие или потешить свою статусность. Девиация проявляется эта карта. Человеку может не нравиться своя внешность, он может скрывать ее за маской. Если у человека много денег, то захочет изменить что-либо в себе, всякие косметические процедуры, косметологические кабинеты, может быть, даже и хирургическое вмешательство через пластические операции, потому что тут маска такая, да, она намекает на то, что, ну, вот, человек сам себе не нравится, есть ну, такое непринятие самого себя, нелюбовь к самому себе у человека, и он не только скрывается, и свои комплексы скрывает за этой внешней красотулечкой, или может быть шопоголиком, или может быть таким педантом, человек, которого будет бесить, когда из его тарелки едят, или там его ложку взяли, или стакан на подставку не был поставлен, то есть вот у него, да, такие моменты проявляются в его психике. То есть не совсем он может быть адекватен в этом, когда перегибает палку. То есть девиация. Вообще она в чистом виде
ее нету, но если вы отдельно смотрите, в чем причина, то смотрите на девиацию в этом плане, да. Человек зациклен на внешнем образе, на внешнем виде. Но если рядом вокруг пентакли, и он такой, да, себя окружает статусными вещами, то может быть и хирургическое вмешательство, особенно если рядом мечи, то человек может прибегать к пластическим операциям. Смотрите, в раскладе мечи они могут также говорить об операциях, о вмешательстве. Итак, десятка пентаклей. Как всегда, смотрим, что происходит на карте. Здесь тоже жизнь игра, но шахматами. Одни люди играют другими людьми. Особенно мы тут видим, это проявляется через то, что здесь раб есть, которого используют под подставку. Тут есть преемственность поколения, отец с сыном играет. Десятка пентаклей, все увешаны пентаклями, какие они тут богатые. Там фабрики, заводы, ну, благодаря арабскому труду они тут, да, вырастили поколение семейной преемственностью. С одной стороны, кажется, что позиция черных слаба, но раб украл белого короля, да, и тут хоть и слабая позиция черных, но они выиграют. Тут у отпрыска иллюзия такая, что он выиграет, но с другой стороны, он не знает, да, что может произойти. Есть кто-то или что-то, кто может помешать. Карта для работы очень хорошая, потому что тут уже прям такой пик активности или преемственности, когда много денег приходит, развитие в финансах есть, развитие, скажем так, стартапа есть. Ну, конечно, с учетом того, что предупредите клиента, что есть кто-то, кого вы не замечаете, у кого какой-нибудь туз в рукаве, да, вы что-то не знаете, да, поэтому будьте осторожны. Ну, так вообще карта передачи семейных стратегий. Вот этот ребенок будет таким же стариком, будет те же самые стратегии транслировать. Он научился стратегии богатого папы, да, как у Киосаки. Богатый папа, бедный папа. Тут человек, вот ребенок учится, да, этой стратегии, он только ее знает. Он не будет никогда знать бедной стратегии. Его семья была богатой, он будет богатым. И его семья была, будет и есть богатой всегда. Он других стратегий бедности не знает. Он знает, как управлять деньгами, он вот как раз учится в преемственности поколений. Его вот отец или дед учит, передает. Да, может быть, тут семейный какой-то бизнес участвует. Или человек влился в работу, которая как семья. То есть деньги будут, да, ему давать. Особенно, если он будет себя вести как член семьи. Но надо еще смотреть, если рядом негативные карты, как себя ощущает, например, в этой компании Кверент, то смотрим, если рядом негативные карты, то он может быть вот тем самым рабом, да, которого используют и на арабском труде, наживаются, да, через четверку пентаклей, через пятерку пентаклей, как вот используют. Ну и вообще, тут очень много, да, сильных мира всего показано с недостатками, что если все-таки на них карта выходит, то они так или иначе на ком-то или на чем-то нажились, или так или иначе в процессе развития бизнеса другие люди пострадали, более там беззащитные или несчастные. В отношениях эта карта проигрывается как, скажем так, люди, может быть, неподходящие, и тем не менее они вместе, вместе и семья, подходящие друг другу. Это или разные финансовые ямы между ними, кто-то может быть из бедной семьи, кто-то из богатой, кто-то глупее, кто-то умнее, потому что тут явно гроссмейстер умнее учит, да, того, кто глупее. Кто-то может быть неопытнее, как, например, в сексе. Секс с опытным, да, более человеком. То есть кто-то тут набирается опыта. Иногда эта карта у меня в разрыве семьи, да, когда семья уже распалась, показывает на то, что страдает ребенок, который как подставка для этой игры служит. Вот как-то так у меня на один раз, а может, не один раз, пару раз проигралась, может, больше. Потому что все равно она показывает, что кто-то страдает, да, от этих отношений. Если отношения стабильные, и карта показывает, да, хорошо, вы разные, но отношения имеют место быть, посмотрите на того, кто страдает. Может быть, стоит обратить внимание на ребенка или на то, что вы не замечаете, потому что из-за него могут быть проблемы в дальнейшей жизни подлянка. Чтобы этого избежать, надо вот сейчас предусмотрительно к этому обратиться, к этому аспекту или к этому моменту. Да, в разводе может страдать ребенок. Или из-за отношений, вот, например, люди играют там друг у друга, может быть, на нервах, рядом карта страданий, и мы смотрим, что да, действительно кто-то страдает, и он вот как бы за пазухой это держит. И потом он достанет, может быть, самый неблагоприятный момент, свою обиду, там, этого короля белого, который ребенок украл, да, подставит. Или из-за невнимания к ребенку потом будут какие-нибудь проблемы в школе, а вот родителям, взрослым не до этого, они играют в какую-то свою игру.
А так, в принципе, в целом карта хорошая, потому что она, ну, семью все равно даст, да, преемственность поколению все равно даст. Отношения, может быть, разношерстные, разномастные, тем не менее, черные с белым и играют друг с другом, все равно жизнь играет. А все равно оно, да, продолжается, и деньги будут по этому аркану. Кстати говоря, тоже может быть связано с какими-то логическими задачами деньги, потому что тут тоже может вмешаться программирование, шахматы, логика, последовательность. И денег тут можно заработать по этому аркану, что хватит и для клиента, да, и для вас, и для ваших потомков. Девиация может проигрываться как использование такого дешевого труда или обманным путем, или обман сотрудников. Если вы смотрите, в чем проблема, и вдруг выходит такая хорошая карта для работы, то знайте, что проблема в девиации, проблема в том, что да, там, использовали, вы страдали, нечестным путем там, недоплачивали. Не было человечности в отношениях, ну, на рабочем месте у работодателя. Может быть, работодатель меньше уделяет внимания своей команде, ходит на всякие тренинги бизнес-роста, туда тратит деньги, а не вкладывает вот там в команду, как в семью. Да? Вот если бы хотел, он бы вышел из этой девиации, вкладывал бы в семью, ну, вот своих рабочих людей, которые у него там трудятся, да, в свой бизнес, и он бы рос. Вместо этого человек тут вкладывает только в себя и считает, что таким образом он фирму поднимет. Мы завершили беспроводный курс второй девиантной луны. Я вам рассказала о том, как проигрывались эти карты у меня, как они в практике работают. Можете, в принципе, уже по этим значениям пробовать раскладывать и чувствовать, ощущать все, что вы посмотрели, просмотрели, выучили, что-то отложилось на подсознании, что-то вам будет подсказывать вот с этой картой. С этими картами, с этим раскладом, как оно прочитывается, да, задавая определенные вопросы, вы будете получать определенные ответы. Не забудьте поставить лайк, подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. А я вас жду на личных раскладах, консультациях. Ссылка в описании канала.